Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена, и я рада вас приветствовать на своем канале «Мир рукоделия и творчества. Вязание пряжа». Сегодня я хочу вам предложить связать узор для красивой, шикарной, потрясающей туники, которую вы видите на фото. Туника связана крючком. Данную модель туники платья я нашла на просторах интернета и хочу с вами поделиться выкройкой и схемами для вязания данной модели. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь и включите колокольчик на все виды оповещения. Я думаю, на моем канале вам будет интересно, так как я практически ежедневно выкладываю с 16:00 до 17:00 по московскому времени мастер-классы и обучающие видеоуроки по вязанию крючком и спицами. И также мы на канале совместно с рукодельницами вяжем проекты «Красивые вещи ручной работы». В этом видео вы увидите только обучающий видеоурок по вязанию узора. Если вы начинающая рукодельница, то просто тренируйте технику вязания крючком, а если вы уже хорошо вяжете плечевые вещи, то можете в конце видео распечатать все материалы, которые вам потребуются для вязания данной модели туники платья. Пряжу для вязания узора я выбрала Коко от Vita Cotton. Это 100% мерсеризованный хлопок. Метраж 240 метров в 50 граммах. Крючок производитель рекомендует номер 2. Цвет пряжи 38-63. Также для вязания данной модели туники платья подойдет пряжа, в которой метраж от 220 до 300 метров в 50 граммах. И крючок вы уже подбираете по рекомендациям производителя пряжи, либо вяжете несколько образцов разными крючками и выбирайте тот образец, который вам больше всего нравится. А мы сейчас приступаем с вами к вязанию контрольного образца. Вязать я буду вот по этой схеме. Схема будет прилагаться в конце видео. Вы можете сделать скриншот с экрана и ее распечатать для удобства вязания. Вязать вместе со мной по видеоуроку и читать схему. Набрала цепочку из 41 воздушной петельки. Отсчитываю 1, 2, 2 петельки цепочки и во вторую петельку провязываю один столбик без накида. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Отступаю 4 воздушных петельки и в пятую петельку провязываю один столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Вот в основании пятой петельки провязала один столбик без накида. Пропускаю 1, 2, 2 петельки цепочки и в основании третьей петельки провязываю один столбик с одним накидом. Я буду вязать узор столбики, провязывать с одним накидом. Вы можете вязать столбики с двумя накидами, либо с одним, как я. В эту же петельку цепочки после столбика я провязала одну воздушную петельку. И в эту же петельку провязываю второй столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька. В эту же петельку цепочки провязываю третий столбик с одним накидом. Все три столбика мы провязали с общим основанием. Пропускаю 1, 2, 2 петельки цепочки. В третью петельку провязываю один столбик без накида. Пропускаю 1, 2 петельки цепочки. В третью петельку провязываем один столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька. В эту же петельку провязываем еще один столбик с одним накидом.
1 воздушная петелька, и в эту же петельку провязываем еще один столбик с одним накидом. Если вы выбрали способ вязания узора с двумя столбиками, тогда вяжите вместо одного столбика 2 столбика с накидами. Пропускаю 2 петельки. Раз, два. В третью петельку провязываем 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, пять. Пропускаю 1, 2, 3, 4 петельки. В пятую петельку провязываю 1 столбик без накида. Пропускаю 1, 2, 2 петельки. В третью петельку цепочки провязываем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В эту же петельку цепочки провязываем 2 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, и в эту же петельку провязываем 3 столбик с одним накидом. Все 3 столбика мы провязали с общим основанием. Пропускаю 1, 2, 2 петельки. В основании 3 петельки провязываем 1 столбик без накида. Пропускаю 1, 2, 2 петельки цепочки. В третью петельку провязываем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В эту же петельку провязываем 2 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. И в эту же петельку цепочки в основании провязываем 3 столбик с одним накидом. Пропускаю 1, 2. В основании 3 петельки провязываю 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаю 1, 2, 3, 4. 4 петельки цепочки. И в пятую петельку провязываю 1 столбик без накида. Все, связали с вами первый ряд узора. Раппорт у нас состоит из 17 воздушных петелек. И давайте с вами рассмотрим, из каких элементов у нас состоит раппорт. Начало раппорта — это вот этот веерочек из 3 столбиков с одним накидом. Далее в раппорт входит столбик без накида. Второй веерок из 3 столбиков с одним накидом. И арочка цепочки из 5 воздушных петелек. Начало раппорта и окончание раппорта. Всего здесь 17 воздушных петелек. Это один раппорт. То есть от первого веерочка и заканчивается раппорт арочка цепочки из 5 воздушных петелек. Вот этот отрезок, он является у нас раппортом. И количество петель в нем 17. Сейчас мы с вами приступаем к вязанию второго ряда. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваю вязание на другую сторону и в арочку цепочки из 5 воздушных петелек провязываем 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываю столбик без накида в вершину второго столбика с одним накидом. Первый столбик, второй столбик. В эту вершину я провязываю 1 столбик без накида. В вершину столбика без накида между веерочками. Первый веерок, второй. Вот вершину столбика без накида провязываем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В эту же вершину столбика без накида предыдущего ряда провязываем 2 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В эту же вершину столбика без накида предыдущего ряда провязываем 3 столбик с одним накидом. Вершину второго столбика, первый, второй, с одним накидом предыдущего ряда
провязываю один столбик без накида. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И в арочку цепочки из 5 петелек провязываю один столбик без накида. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Вершину второго столбика 1, 2 с одним накидом предыдущего ряда провязываем один столбик без накида. Вершину столбика без накида вот между вот этими первым и вторым веерочком вот в эту вершину провязываем один столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька в эту же вершину, провязываем второй столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька и в эту же вершину столбика без накида предыдущего ряда провязываем третий столбик с одним накидом. Вершину второго столбика, первый, второй, с одним накидом предыдущего ряда провязываю один столбик без накида. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И в арочку цепочки из 5 петелек провязываем один столбик без накида. Набираю цепочку из 2 петель. 1, 2. И вершину столбика без накида провязываю один столбик с одним накидом. Все, связали с вами 2 ряда узора. Приступаем к вязанию третьего ряда. Одна воздушная петелька подъема, разворачиваю вязание на другую сторону и в вершину столбика с одним накидом провязываю один столбик без накида. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. В арочку цепочки из 5 петелек провязываю один столбик без накида. Вершину первого столбика без накида предыдущего ряда провязываю один столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька и в эту же вершину столбика без накида провязываю второй столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька, вершину столбика без накида провязываем третий столбик с одним накидом. Вершину второго столбика с одним накидом, первый, второй, провязываем один столбик без накида. Вершину столбика без накида предыдущего ряда, это первый столбик от цепочки, вот поближе вам покажу, провязываем один столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька и в эту же вершину столбика без накида провязываем второй столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька, вершину столбика без накида провязываю третий столбик с одним накидом. В арочку цепочки из 5 петелек провязываем один столбик без накида. И давайте посмотрим вот этот раппорт поближе. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И во вторую арочку цепочки из 5 петелек провязываем один столбик без накида. Давайте еще я вам помедленнее покажу. Вот от цепочки, которая у нас с правой, вершину вот этого первого столбика без накида провязываем один столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька. В эту же вершину столбика без накида провязываем второй столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька. В эту же вершину столбика без накида
Провязываем один столбик с одним накидом. Далее у нас идет веерок из трех столбиков с одним накидом. В этом веерочке находим второй столбик с одним накидом, первый, второй. Вершину второго столбика провязываем один столбик без накида. Далее у нас идет арочка из цепочки, и справа арочки находится столбик без накида. Вот в его вершину мы с вами сейчас свяжем один столбик с одним накидом, одна воздушная петелька, и в эту же вершину столбика без накида провязываем второй столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька, вершину столбика без накида провязываем один столбик с одним накидом. В арочку цепочки из 5 петелек провязываем один столбик без накида. И набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь у нас связана была цепочка из 5 воздушных петелек. Я отсчитываю от начала цепочки 1, 2, 3. И в основании третьей петельки провязываем один столбик без накида. Мы связали с вами 3 ряда. Третий ряд – это повторение первого ряда. Четвертый ряд – повторение второго ряда. И так далее. Приступаем к вязанию четвертого ряда. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваю вязание на другую сторону. В арочку цепочки из 5 воздушных петелек провязываем один столбик без накида. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Вершину второго столбика с одним накидом предыдущего ряда. Первый столбик, второй. Провязываем один столбик без накида. Между веерочками у нас был связан один столбик без накида. Вот в его вершину мы вяжем веерок. Провязала один столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька. В эту же вершину столбика без накида провязываю второй столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька. В эту же вершину столбика без накида провязываю третий столбик с одним накидом. Связали веерочек из трех столбиков с одним накидом. Вершину второго столбика с одним предыдущего ряда, вот первый столбик, второй, вершину второго провязываем один столбик без накида. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. В арочку цепочки из 5 петелек провязываю один столбик без накида. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаю первый столбик в вершину второго, провязываю один столбик без накида. Между веерочками находим один столбик без накида и в его вершину вяжем веерок. Один столбик с одним накидом, одна воздушная петелька. В эту же вершину провязываем второй столбик с одним накидом, одна воздушная петелька. И в эту же вершину столбика без накида провязываем третий столбик с одним накидом. Пропускаю первый столбик с одним накидом, вершину второго провязываем один столбик без накида. Набираю цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И провязываем в арочку цепочки один столбик без накида. Набираю цепочку из 2 воздушных петель. 1, 2. Вершину столбика без накида провязываю один столбик с одним накидом.
Все, связали мы с вами четвертый ряд по принципу вязания второго ряда. Пятый ряд будем вязать по принципу вязания третьего ряда. Давайте с вами свяжем еще один ряд, и я вам потом расскажу, как продолжить вязание и как распределить раппорт в высоту. Приступаем к вязанию пятого ряда. Одна воздушная петелька подъема, разворачиваю вязание на другую сторону и в вершину столбика с одним накидом провязываем один столбик без накида. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. В арочку цепочки из 5 петелек провязываем один столбик без накида. Вершину первого столбика без накида провязываем один столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька в эту же вершину столбика без накида провязываем второй столбик с одним накидом. Одна воздушная петелька в вершину столбика без накида провязываем третий столбик с одним накидом. Пропускаем первый столбик с одним накидом и вершину второго провязываем один столбик без накида. В вершину столбика без накида справа, который находится от арочки, провязываем веерок, который состоит из 3 столбиков с одним накидом. Первый столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. В эту же вершину столбика без накида провязываем второй столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. В эту же вершину столбика без накида провязываем третий столбик с одним накидом. В арочку цепочки из 5 петелек, в первую арочку, провязываем один столбик без накида. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И во вторую арочку в вершину провязываем один столбик без накида. В первый столбик без накида, это получается у нас справа от веерочка, провязываем веерок. Один столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. В эту же вершину столбика без накида провязываем второй столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. В вершину столбика без накида провязываем третий столбик с одним накидом. Пропускаю первый столбик с одним накидом и в вершину второго провязываю один столбик без накида. В столбик без накида, в вершину, которая находится справа от цепочки, провязываем веерок, один столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. В эту же вершину провязываем второй столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. И в эту же вершину столбика без накида провязываем третий столбик с одним накидом. В арочку цепочки из 5 петелек провязываем один столбик без накида. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И отсчитываем 1, 2, 3. Вершину третьей петельки подъема провязываем один столбик без накида. Все, связали с вами мы вместе 5 рядов узора. И вот такой вот он получается у нас, красивый, в меру ажурный, состоящий из вертикальных ажурных полосок и элементов, состоящих из столбиков с одним накидом. Будут вертикальные полосочки, которые будут зрительно удлинять фигуру и стройнить такой тип узора, вид узора. Если вы хотите добавить более, еще больше ажурности, то можете связать веерочки, состоящие из столбиков,
с двумя накидами. Я вязала столбики с одним накидом. Если вы свяжете вот эти веерочки столбиками с двумя накидами, у вас узор будет более ажурным. Как вы убедились, он очень легко и просто вяжется. А туника смотрится просто превосходно. И это отличный вариант туники платья для отдыха, путешествий. Вы будете всегда модной, красивой и стильной. И хочу вам, девочки, показать. Вот смотрите, я связала 6 и 7 ряд. Вот 6, 7 ракушечки столбиками с двумя накидами. И вот каким образом смотрится узор. Мне кажется, даже с двумя накидами выглядит узор намного интереснее. Не совсем слишком ажурный. И я думаю, что если все-таки вязать данный вид узора, то лучше вязать его столбиками с двумя накидами. Ну, это мое личное мнение. А решать вам. Я вам показала образец узора. Если вязать столбиками с одним накидом, это с 1 по 5 ряд. И с двумя накидами, это 6 и 7 ряд. Вам уже решать, как вы будете вязать. И давайте сразу же разберем количество раппортов в высоту. У нас узор состоит раппорт из 17 воздушных петель. Здесь вот первый раппорт и второй раппорт. Две вертикальные полосочки. И высоту раппорт составляет всего лишь 2 ряда. Для удобства вязания вы можете перемотать видео на начало вязания второго ряда и вязать четвертый ряд по принципу вязания второго ряда, пятый ряд по принципу вязания третьего ряда и так далее. Шестой ряд вяжите по принципу вязания второго ряда, седьмой ряд по принципу вязания третьего ряда. И вот таким образом вот эти два ряда повторяете. Все очень просто. Если узор отпарить и провести работы по ФТО, то все петельки выровняются, и он будет смотреться гораздо симпатичнее. Я надеюсь, видеоурок для вас был понятен. И если вам понравился узор, то обязательно его сохраните у себя в плейлисте. Возьмите себе его в копилочку, я думаю, он вам пригодится. А если вы уже хорошо вяжете плечевые изделия, то можете распечатать выкройку из схемы и связать себе такую прекрасную тунику, платье на лето для отдыха и путешествий. А я с вами не прощаюсь, а жду вас завтра у себя в гостях на моем канале. С 16:00 до 17:00 в этот промежуток времени я стараюсь ежедневно публиковать для вас видеоуроки и обучающие мастер-классы. До новых встреч! С вами была Елена.